В Люберцах прошел турнир по баскетболу на призы Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Это ежегодный праздник, который собирает на одной площадке лучшие детско-юношеские команды. За игрой наблюдала наша съемочная группа. В спортивном комплексе «Лидия», расположенном на базе 4-го лицея, встретились воспитанники комплексных спортивных школ Олимпийского резерва из Люберец, Жуковского и Москвы. В турнире участвуют две возрастные категории, в каждой по 4 команды. Призовые места распределяются по системе кругового турнира, то есть каждая команда между собой играет по одному разу, и по количеству набранных очков уже определяются места. На прошлом турнире, в прошлом году, наша команда заняла 2-е место. В этом году надеемся, что у нас тоже будут призы. Вот в данный момент будет игра за 3-е место разыгрываться. Баскетболом я занимаюсь уже 2 года, 2-й год идет. Почему баскетбол? Потому что у меня папа в молодости играл в баскетбол, 14 лет играл, был капитаном команды, ну и так получилось, пошла по стопам папы. Хочется побеждать всегда, но сегодня что-то не получилось. Но обязательно все будет у нас, и все впереди. Победители подобных турниров приближают свои шансы попасть на областные или всероссийские соревнования. По итогам игр первое место в обеих возрастных категориях завоевали баскетболисты из Москвы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.